хочется вот так вот вылить, и чтобы оно само покрасилось. Ну нет. Перед окрашиванием нужно обязательно снять все ручки. Их я тоже буду перекрашивать. Ну и начинаю грунтовать. И, конечно же, не забудьте перед грунтовкой помыть шкафчик и обезжирить. Поверх грунтовки эмаль ложится просто замечательно. Я буду покрывать в 2 слоя эмали. Отмеряю нужные размеры на бумаге и вырезаю необходимые мне кусочки. Наклеивать бумагу я буду на клей ПВА. Прикладываю 2-й лист, совмещая рисуночек, для того, чтобы место стыка было незаметно. Ну и ручки к шкафчику тоже можно присверливать. Они были до этого серебряные, а стали золотые. Вот такой шкаф получился. Просто шикарный.